Помимо учебы в школе у меня много увлечений. С 3 лет я занимаюсь хоккеем. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку, посильней ударь. И все в порядке, если только на площадке. Великолепная пятерка и вратарь. Хоккей – это мой любимый вид спорта. Я тренируюсь на протяжении 6 лет. Хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет хоккей. Трус не играет хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет хоккей. Трус не играет хоккей. 5 лет я впервые стал на горные лыжи. Поэтому в зимние периоды мы всей семьей по выходным ездим кататься на гору Плутиха. Летом меня увлекает катание на роликах, велосипеде. Я не прочь поиграть с друзьями в футбол и баскетбол. Я очень люблю походы, рыбалку и сбор грибов. Я очень люблю походы с ночевками и посиделки у костра. Все это меня увлекает и очень нравится. У меня практически нет свободной минуты, чтобы болтаться без дела. Да все то, чем я занимаюсь, мой образ жизни, приносит мне огромную радость. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем мы так встать. В сражение золота и кубки добывала великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет хоккей. Я и моя семья за здоровый образ жизни.